стали известны победители ежегодного регионального конкурса «Инвестор года». Специальные номинации «Муниципальное образование с благоприятным инвестиционным климатом» лидерами признаны город Ульяновск и Чердаклинский район, которые активно участвовали в мероприятиях по инвестиционной тематике межрегионального и международного значения. По оценкам федеральных экспертов, Ульяновская область прочно закрепилась в числе лидеров инвестиционной деятельности. За 14 лет региону удалось привлечь более 910 миллиардов рублей, а это 120 реализованных проектов и 60 тысяч новых рабочих мест с заработной платой значительно выше средней по региону. Напомним, конкурс «Инвестор года» проводится по инициативе губернатора Сергея Морозова среди организаций, реализующих и реализовавших на территории Ульяновской области проекты с объемом инвестиций в основной капитал не менее 10 миллионов рублей в сферах обрабатывающих производств, сельского хозяйства и строительства коммерческой недвижимости.